Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Я хотел бы снять небольшое короткое видео для вас про очень необычную инсталляцию в нашем музее Joycelyn. Сейчас произошло обновление нескольких залов. К сожалению, выставка импрессионистов там запрещено снимать видео и делать фото. Но вот этот из раздела «Современное искусство» меня потрясло. Я к современному искусству отношусь очень настороженно, потому что, большая часть, это шарлатанство. Но иногда встречаются действительно уникальные вещи, когда люди делают что-то необычное, чтобы показать свой взгляд на жизнь. В данном случае речь идет про такую инсталляцию, называется «Мадам Кюри». Это такая вот интересная компьютерная анимация, зацикленная, проецирование на такое вот большое полотно. А вот тут вот несколько проекторов. Они синхронизованы, но обнаружить, где здесь находится стык между изображениями, невозможно, чем все грамотно сделано. И вот такое зацикленное изображение. Можно сесть и помедитировать. Я знаю, в России очень много талантливых художников по компьютерной графике. Ребята, посмотрите, вот как в Америке делают настоящее современное искусство. Может быть, это вас вдохновит, и вы что-то свое сможете сделать. Целый зал, вот он, такую инсталляцию. Люди сидят, смотрят с удовольствием. Оставайтесь со мной на канале и следите за развитием сюжета.